А, кроссик побегать. Ты тоже? Да. Классно. Давай, давай, давай. Хорошо. Стынга дрябка. В одну сторону, в другую. Давай, 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 давай. Боремся, боремся. Вот ты умница, красавица. Молодец, Вадим. Очень красиво упал. Молодец. Вот и Женька, да, сейчас мы его нагрузим. Куда ты ушел, Вадим? Сюда, бороться. Молодец, правильно, девушкам иногда надо поддаваться. Да, иногда надо поддаваться. Пусть они думают, что они сильные. Так, хорошо, устал? Нет, давай, давай, Борис. Так, отлично, Аделина, поклонились. Так, Аделиночка сюда. Аделина, вот. К нему, стой, пожалуйста. Вадим, с ней борешься. Аккуратно, пожалуйста, стоп. Это, как тебя зовут, Артемчик, поклонитесь. Иди сюда ко мне. Сюда. Да, сюда. Сюда. Значит, смотри внимательно. Она берет захват, ты берешь захват. Значит, ты лезет, она лезет на заднюю подножку. У тебя есть два варианта. Первый вариант. То есть, можешь поклонить. Да, как уходишь. Второй вариант, просто ногу раз, чуть жестче ставишь, но ее не бросаешь. Пожалуйста. Так, Артем. Сюда. 5 отжиманий, 5, нет, 10. 10 отжиманий, приседаний, 3. Вы боретесь. Как? Лупту. Лупту черт, цени приз, а? Задняя подножка. Так. Шею нужно было. Стоп, теперь смотри внимательно сюда. Ты же такой здоровый стал уже, блин, офигеть. Значит, вот залезь ко мне потихонечку на заднюю подножку. Залезь. Значит, оп, вижу, чуть-чуть. Я что сделал? Я просто раз ножку сюда, раз и руками чуть-чуть. Хорошо? Хорошо. Так. Сейчас. Вот так. Так. Идешь сюда, ну? И сюда. Оставь, оставь, оставь.
Вика, заправься и сядь, иди сюда. Тебя смотрите, ты можешь идти в воде. Ну, иди сюда. Давай, все, выходим. Аделина, не работай. А что делаем? Боритесь. Прям по-настоящему? По-настоящему, да. Он ты нападаешь, он больше защищается. Давай. Молодец, Вадим. Я все. Что ты все? Лежала и все, да? Вы садитесь, отдыхаете. Аделина, садишься, ты много говоришь. Сядь этот мир. Там расстояние нет. Теперь. Значит так. Никто не берет захват за кимоно. Ваша задача. Артем, ко мне. Значит, я большой? Да. Большой. Значит, руки не здесь держу, не здесь, просто держу руки. Моя задача устоять на ковре. Задача Артема меня вытолкнуть, чтобы я вышел хотя бы одной ногой за ковер. Но не бросаться, как бить, стараться подойти поближе ладошками. Нельзя держать за пальцем, то есть ладошками надо. Давай. А тот, кто разрешает. Давай. Вот, а я стараюсь уйти в сторону. Вот, стараюсь не дать. Вот. То есть рукой не бью рукой, а стараюсь чуть-чуть дочитаться. Давай. Вот, сюда. Вот, оп, стараюсь, как выглядит. Хоп, топ. Да, сюда. Артем выталкивает. Вадим туда. Вот сюда. Михаил выталкивает. Стоп! Не было команды еще так же. Объясняю. Вика и ты. Встань сюда. То есть не разбегаться, если он уйдет в сторону, вы так и убежите туда На месте стоять и стараться отсюда его. Раз, развернусь спиной, по ним мы небольшие. Понятно? Аджио. Михаила. Аделина, мы все убили. Спасибо. Вот. Правильно, там нельзя ходить, они же борются. Ну что, поставьте, пожалуйста. Нет, на синем. Нет, так все равно надо быть. Смотреть внимательно. Матея? А? Давай сюда. Матея, поменялись. Аделина туда. Вика сюда. Артем вышел. Ты остаешься, да? Вика нападает Вика, Аделина. Нападим. Аджина, вперед. Давай, твоя задача будет толкнуть его. Давай, выталкивай. Стоп. Аделина, это нелегкая атлетика. Если так будешь ходить, так и пойдешь ударишься. Вот, борцовская стойка. Как думал Толмазан, волейбол, баскетбол, всегда стоечка. Раз, маленькими толчками. Аджа, давай. Вот, не бегать, одна нога впереди. Хорошо.
Смотри, меняется Вика и меняется Делина. Артем выходит. Выходит Михаил. Хаджиме, пошли продолжаем. Выталкиваем. Отлично, поменялись. То есть? Поменялись, ты уходишь, выходит Вика, он остается, мы водим все время. Хаджиме, пошли. Так, Михаила, помогаешь Аделине, вы вдвоем. Пошли. Не держать захват, кто? Не держи. Приготовились еще раз. А что, пошли, девчонки. Ой. Стоп, Матея. Вика туда становится, ты здесь сразу заправляешь. Девочки, вы там вдвоем, Вадим сюда. Девочки, вот здесь встали на ковер. Так, Артем, выходишь вместо Вики. Вика, идешь вместо Вадима. Ты защищаешься, Вадим отдыхает. Вы вдвоем на Вику. Захват не держим. Аджимен. 10 раз ее, вот раз. 10 раз выполнил. 10. Нет, давай. Может, я не видел. Что не видели, то не видел. Давайте, девочки. Отыграл, 1-0-0. Так. Аделина отдыхает, Вадим выходит. Вадим и Михаэла на Вику. Аджина. Пошли. Вика защищается. Что? Хорошо, стоп, Матея. Нельзя забрать захват. Вика, Артем, Надана. Аделина и Михаила Вадима. Приготовились, заправились. Да. Ваша га назад. Артем вышел с ковра. Заправились. Стоп! Не сказать. Аделина и Михаила туда, Вадим сюда. Заправились. Готовы? Да. Так, стоп. Да. 10 отжиманий, 10 приседаний. Пошел. Приседай. Да, пошел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять приседаний. Хорошо. Пошел. Раз, два, три, четыре. Сейчас ты покажешь. Шесть. Стоп. Пресс. 5 раз. Да? Пошел. Уно. Двое. Три. Патру. Чить, вставай, будь аккуратен, за кимоно не хватаемся, не держимся, но будь аккуратны. Готовы? Да. Иди в центр. Хаджи! Смотрите, чтобы у вас ластёвки ударили. 1-0, стоп, Вика, раз он вышел, вы отпускаете, Стоп! Вадим, ты можешь руками защищаться. Хаджи! Давай. Не держать закон. Отлично. Есть. Один. Есть. Еще раз надо. Еще второй раз. Два. Вообще мы не делаем. Давай. Нет. Два. Три. Стоп. Стоп. Не было. Значит так, две команды. Это Дан и это Вадим. Вы должны за 2 минуты вытолкнуть 10 раз. Его 6, его 4, его 5, его 8 раз, его 2. Его 8, его 2. У вас должно быть 10 побед. Вы должны не выходить. Я засеку 2 минуты. Так, один приз.
команде один приз идет. Приготовились. Ты без рук. Он с руками. Аджина. Нет, ты только защищаешь. Раз. Вышел. Два. Три. Четыре. Стоп! Вадим, ко мне. Сейчас мы тактику. А вы уйдите, уйдите. Я вам сейчас скажу, что осталось минута, уже 6 раз выпустим. Сюда. Я не 6. Его и тебя. Нет. Значит, 4. Значит, смотри, что делаешь. Заходишь, что тебе делаешь. Я говорю, как жена, постарайся сразу лечить. Лично живет. А для того, чтобы вытащить, надо вытащить. Только не вытащить, чтобы нельзя не вытащить. Только когда они тебя вытащить. Я понял, аккуратно. Ногами, да, не так. Лучше будет. Хорошо, приготовили. Стоп, вы за ковром. Девочки, вы за ковром. Его 4 раза. И у него 5. 5 раз вытолкнули. Нет, 6! Какая 5? Что, 6? Вадим, вперед чуть-чуть. Вперед, иди вперед. Осталось минут. Хаджина! Вадим, приготовился. Пошел, Вадим. На середину, Вадим, на середину. Осталось 30 секунд. Раз. Есть 7. Вадим, на середину. Аджин. 8. Осталось 100. Аделина, ты борешься, когда он вышел, ты начинаешь... Стоп! Стоп! Ставимся. У него 6, у него 8. Ушли девочки за камеры тоже. Значит, еще раз, Аделина, послушай меня. Если ты его вытолкнул, если он вышел, то есть в этот момент надо заканчивать его выталкивать. Не надо держаться. Ты должна отпустить. Это если гол забили в ворота, например, или мяч, и ты стараешься еще раз забить, то тебе дадут замечание, желтую карточку, если в официальной игре. А если ты будешь где-то, то могут тебя просто взять и ударить за это. Потому что обычно так не делают, чтобы ты знал. То есть если ты забила гол, то есть если он проиграл, то есть он вышел, ты должна его отпустить и дать возможность зайти. Вадим, готов? Ты готов? Да. Осталось 15 секунд. Хаджина! Уно! Двое! Три! Два! Один! Один! Десять! Семь! А у него... Стоп! Стоп! Вы ушли. Вы ушли. У Вадима 9, у него 7. Остается 15 секунд. Так надо 10 и 10. Когда? А так вы проигрываете. Вы вчетвером. Ближе встань. Готов? Хаджина! 15! Стоп! 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 Вы уходите на свое место. Здесь Вадим 10 раз, он вышел. Значит, Вадим отдыхает. А, Вадим, сюда, ко мне. Центр, 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 да. Центр. Вы помогаете. Вы помогаете, осталось 14 секунд. Нет, а ты здесь будешь за него болеть, иди сюда. Болеть за него будешь. Готово? 15 секунд осталось. Как же вы? 14, 15, 16, 17. Поставьте хорошо. Осталось, будьте аккуратны. Осталось 7 секунд. Еще 2 раза. Готов? Да.
Центр встань, центр. Старайся, смотри, ты если ложишься на живот, то ты далеко, ты правильно поставишь, пожалуйста. Хаджина! 3, 5 секунд. 6. Стоп! Нет, не говорится. Нет. Есть. Осталось 3 секунды. Девять раз. 3 секунды. Ближе к нему, пожалуйста. Они там. Уже 50. Хаджина. 3, 2, 1. Стоп! Мате! Так мы его раздели, хорошо, что они брюки. Так, прошу мальчиков, там лежат, вот там гантели, вот эти гантели, принесите сюда, поставьте. Девочки, сейчас скажу, заправился. Идите вокруг ковра, заправляемся, пошли вокруг ковра. Заправились, пошли вокруг ковра. Поставьте сюда, и так получается, 2 и 2. 2 и 2. Одень, пожалуйста, кимоно. Кимоно, одень, пожалуйста, да. Ой, да, на улице или 3, а не так, и вот здесь построили, вот здесь. Даже не вот здесь, а вот тут. Вот здесь, смотрите внимательно, в одну шеренгу. Конечно. Вот здесь вот построить. Раз, два, три, четыре. Надо на 4 рельки. Вот у меня одна нога. Я позади возьму. Я возьму, поделюсь чуть-чуть. Я не понял, а кто это Дана покусал? Ну да, мы друг друга.